Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом растет, а Минздрав тем временем отменил обязательную вакцинацию от коронавируса. Если ранее прививку нужно было ставить не только врачам-госслужащим, но и почти всему населению, теперь же вакцинация обязательна только для уязвимых категорий. Это пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеванием сердца. Также под обязательное вакцинирование попадают лица с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Минздрав рекомендует ставить повторную прививку через полгода.